Ребята, всем привет, с вами Александр, Легенда Дарканомании. Да, давненько не снимали, у нас тут много навалилось всяких динозавров, вышел фильм, да, одна, вторая игра ждем у Jurassic World Evolution, так что немножко со временем у нас дефицит. Что у нас сейчас идет? Так, акцию мы замковую, да, выиграли, все хорошо. Так, дела у нас хорошо. Так, это пропускаем, это пропускаем. Это мы выполним. Соберите золото на рудниках. Хорошо, выполним. Что у нас сейчас происходит? Так, отдаляемся, насколько можем, далеко. Так, давайте сейчас тут немножко пособираем. Ладно, не будем собирать. По инкубатору что? Ничего толкового у нас здесь нет. Хотя одного динозаврика, дракошку мы прокачаем, ребята. Одного мы прокачаем. Здесь у нас идет комбинация конфетка. Конфетка плюс дым. Плюс дым. Плюс дым, это я пытаюсь вывести легендарного. Ну, в предыдущих видео, если не забуду, вставлю в описании. Комбинации я выводил. Я использую, по-моему, третью комбинацию, чтобы вывести очаг, потому что что-то у меня там. Короче, что-то мне не хватало. Итак, дальше. Комбинация. Конфетка плюс дым. А, это я переключился на фейерверк, точно. Конфетка плюс дым. На фейерверк. То я раньше делал пару комбинаций на очаг, у меня не получилось, думаю, остается уже мало времени. Попробую хоть пару попыток, чтобы вывести фейерверк. Уже было это три попытки, наверное. Пока что не получилось, ребята. Так, а теперь давайте найдем мелочь, которую я хотел прокачать, которая каким-то образом у нас затесалась, да? Это у нас сюрикенчик, ребята, сюрикен, вот так вот, сюрикен, то бишь звездочка. Звездочка от ниндзи. Давайте его нашпигуем экзотическими фруктами, главное, чтобы его не поплохело, не было у него диареи, поноса или запора. Этот дракончик был, откуда я его взял, то ли собрал по фрагментам, то ли за что-то его дали, не помню, честно говоря. Это у нас эпик, ну вот такие вот у него показатели: энергия, пустота и металл. Некоторые мечтают о том, чтобы заполучить звездочки, а наш тренер наоборот любит их метать. Если вам нужно прорваться сквозь облаву викингов, задействуйте дракона Сирюкен. Вот так вот. Ну, к сожалению, да, не сможем его задействовать. Было бы прикольно, если бы можно было вот был. Вот точно, ребята, вот чего не хватает легендам Дарканомании, это арены с живыми игроками. Ну, как в мире юрского периода, как в Jurassic World, не, как в Monster Legend, тоже, ребята, пытаюсь снять Monster Legend, может, как-то сниму, например, в воскресенье, завтра, если получится. Так что, вот если можно было сражаться драконами, о том, вот на карте мы просто ограничены, вынуждены сражаться только максимальным уровнем драконов. В колдовских сражениях то же самое, только как бы зависит от того, в какой ты лиге, только большие. А перепрыгнуть в любую лигу ты не можешь, то есть реально, вот не, я хотел бы взять им посражаться, но я не могу. Это, по-моему, большой косяк. Вот если бы они это исправили, популярность бы игры, думаю, подскочила. Так, так, так. Так, у нас что еще есть? 2,3 миллиона, ребятки. Что мы с ними сделаем? Еды, я имею в виду. Сейчас кого-то покормим. Кого-то покормим. Ничего у нас здесь такого нет, да? Ладно, идем собирать тогда с рудников. Добро. Блин, что-то мне тут рудники пустеют. Непорядок какой-то. Какой-то непорядок. Это пропускаем. Ну ладно, темница. Темница будет у нас потом. Потом будет темничка. Так, что у нас тут? Ваня. Ну давайте возьмем пока Ваню. Посмотрим. Да. Все время желающих много. Вот уровни уже довольно-таки неплохие. А ленивые-то все какие. Не хотят сражаться. Да, как только попадается какой-то сильный клан, так мы сливаемся. В лучшем случае на третьем месте. На втором. Так. Неаккуратненько как-то получается, ребята. Так, задание мы поставили. Что у нас здесь идет? Здесь я, кстати, ну, не сражаюсь. Давайте что-то посражаемся. То я. Ох ты, прикольно, пепел какой гигантский. Чуть ли не с одного удара. Да, архангелу по боку.
Ну, я как бы даже не спешил, ребятки, здесь, ну, скажем так, добровольно забил на эту акцию. Болотный у нас тут главный приз, прикольно выглядит, как на какую-то саламандру. Так, болотный дракон использует способность к камуфляжу, как Индоминус Рекс. Только что снимал видео про Индоминус Рекс, если ты не посмотрел, немедленно найди это видео на канале и подпишись, оно вышло в воскресенье. Хорошее видео, вам понравится. Так, даже если ты не играешь в Jurassic World Evolution, Jurassic World The Game, все равно посмотри. Просто про Индоминуса видос получился. Так, теперь тренеру каждую неделю приходится косить газон, чтобы не наступить на этого дракона. Он чё, микроскопический, как ящерица? Но эпик удар слабый, 61 всего лишь. Так, VIP нас не интересует. И вот еще. Соберите как можно больше золота. Но я уже насобирал, как видите, 11 лямов. И получил за это 3 брюлика. Так, давайте еще тут пособираем. Так, кстати, кого-то нужно качать. Давайте будем качать. И тебя качать. Улучшаемся понемножку. Понемножку, ребята, все делаем по возможности. Так, тем. Так, и сейчас, наверное, пойдем куда? На колдовскую. Давайте заглянем вообще, что здесь у нас происходит. Посмотрим. И потом, конечно же, пойдем на карту. Так, два редких, это круто. Редкие, кстати, надо посмотреть, сколько же они наносят удара-то, эти редкие. У меня кто-то победил, смотрите, у меня 584 кубка. Неаккуратненько. Сейчас нужно постараться найти самого слабого, 37, 380, вот что-то как-то вот не внушает он мне доверия, подозрительно мало у него очков для такого уровня. Так, а сколько это дает? Первый удар, ну вот как это просчитать? Отнимает у защитника 40%, а это, ну это, честно говоря, так, неинтересная штука. Это 40, это 20. Мгновенно 60, это интересно. Мгновенно 85, тоже прикольно. Что вот это? Недостаточно 50% недостающее здоровье вашего дракона превращается в урон при атаке. Это имбовая штука. Но только одна я попробовал, ну ладно. Пока побережем. Пока побережем, ребятки. Так, ну у нас тут скоро закончатся вот эти вот все приборы бомбасы. Давайте пойдем в бой. Так, ну вот, рибу, не хочу я идти в этот бой. Такой вот... Возьмем осень. Если у него первый дракон 37-й, если там еще дальше такие же драконы, то извините. Мне нужно выполнить... Да-да-да, вот смотрите, как у человека с 370 кубков, если у него вот такие драконы довольно сильные. Ну, я бы вряд ли прошел бы. Ну, тигром. Вот эту всю дистанцию. Давайте искать дальше. Крепкие какие, смотрите, у меня-то сейчас меньше 600 очков, чем мне таких мощавых предлагают. Иногда бывает вообще таких слабых предлагают. Вот, например, вот как вот это. Думаю, это похоже на то, что я искал. Погнали. 40 на 3 звезды, да чтоб тебе нехорошо было. Будет обидно. Блин, два раза смог проатаковать. Ё-моё. Ну вот. Печаль, беда. Не так все должно было произойти. Я хотел победить с помощью тигра. Откуда у тебя все на 4 звезды, блин? Чё ж вы так все неправильно играете? Позаколдовывают всех, кого не надо.
36-й. Ну, то есть он примерно по силе такой же, да? Хотя я с одного удара завалил. Так, 40. 40 на 3 звезды. Ну, не, вот так вот он меня убьет. И так убьет. Блин, а ну пролетели мы, ребята. Пролетели. Вот эти два ничего не смогут сделать. Печаль. А так мало осталось. Ну хоть бы этот Акачуруса свистун ты голимый. Давайте посмотрим, кто там у него был в противниках. Ну там еще и шел 40-й, блин. Нет, тут мы никак не могли завалиться. О, что это я перешел в лигу пониже. Я вроде и был уже в ней. А оказывается, нет. Ладно. Пора возвращаться в лигу. Вот, блин, этого точно бы затащил. Ладно, кого-то... Ну вот сюда давайте пойдем. Возьмем Архангела. Так. Ну, еще нужно ему компашку составить. Погнали. Так, ну вообще-то это довольно крепкий. 36 на 3 звезды. Не, а эти все должны ложиться все-таки с одной, с одного удара. Так, энд повержен. Ведьма. Ну хотя даже этого противника тоже тигр бы не прошел. Тигр на 3 звезды. Не прошел бы. Так, ну немножко легендарных нам дали, это хорошо. Так, ну факел. Вот с такими простецкими усилениями легко здесь должен разрулить ситуацию. Крепишь какой арбуз-то. Не-не-не, такого. Ууу, офигеть. Муэрты, или как там тебя было? Так, с одного удара, пожалуйста, призраков. Да, и ладно, у нас таких аж пару сотен будем тратить. А это должен с одного удара лечь. Уголек. Молодец. Так, а сейчас пойдем еще на карту, сделаем тоже как бы какое-то продвижение по карьерной лестнице. Ура, мы вернулись обратно в четвертую лигу. Так, ну все, у нас тут больше никого не осталось, да, из крепышей. Кто освободится? 33 минуты Архангел, тоже через 30 минут освободится Осень. Это хорошо. Так, еще два нам остается, чтобы открыть военный сундук. Ладно. Помчались на карту. А что у нас в героическом режиме? То я что-то уже подзабыл. 84-я остановка. Здесь у нас 3 рубина 51-х. Давайте попробуем. Чу. Подожгли. Ну, вообще по изичу мы прошли, значит, может, 2 остановочки пройдем. Раз так легко, то можно 2. Ну, давай, давай.
У нас есть что тебе предложить. И Рагнарёк. Рагнарёк, у меня его Ингвар, Игвар как-то звали, да? Прощай. Не выжил. Подлец. Ох, парализовали. Отлично. Ну, вообще, поизи, что, ребята, мы тут с вами гуляем. Прыжок веры. Это прям как Assassin's Creed. Ну, босса, ребятки, мы оставим на следующую серию. Так что, с вами был Александр. Всем спасибо за просмотр. И у нас уже 3 миллиона еды. Всем пока.